Добрый день, друзья! Мы находимся в Будапеште, и сейчас у нас шопинг. И очень часто меня спрашивают, а вы зарабатываете ли деньги в Fireflies, и можем ли мы наличить карту, или это деньги электронные. И вот я сейчас хочу показать, как я буду оплачивать картой. Внимание, пожалуйста, вот она карта ePayments. Можно карту ePayments показать? И вот, пожалуйста, я купила платье, я купила различные украшения для своей невестки, у нее скоро день рождения. И, пожалуйста, да, сейчас мы оплачиваем. И это, конечно, не первая покупка, которую мы оплачиваем картой, но тем не менее, чтобы вы видели. Так, продолжает он или нет? Окей. Также я готовлю своего партнера к уровню закрыть статус золота Fireflies, и чтобы она выходила на сцену умницей, красавицей. И вот мы Валентине Булат подбираем такие очень красивые украшения на сцене, она просто будет в них блистать, просто вот такая вот красота. Я думаю, что Валентина просто обязана теперь стать золотом в кратчайшие сроки. Тут все окей? Yes. Thank you. Вот, заработала денежку, приехала в Будапешт, отдохнула, побывала на Балатоне, на семинаре, и побывали на экскурсиях, и сейчас вот у нас еще шопинг, потому что завтра мы уже уезжаем. Ну вот, Валентина, ну-ка покажи ушки свои. Ну, я сняла-то уже, примерила красотка. Все. Нет, мне очень понравилось, я это возьму. Потому что вот такие она вещи сняла, ей фотографировала. Обязывают, она сняла, такие серьги очень красивые вообще. Обязывают, потому что надо продвигаться, надо достигать успехов, чтобы всегда чувствовать себя свободно в поездках, чтобы было чем оплатить, чтобы было где останавливаться. Так что я думаю, у нас очень хорошая. Друзья, хотите путешествовать не просто выгодно, а прибыльно, чтобы вы путешествовали бесплатно и при этом еще могли покупать разные вещи для себя любимых, подарки для своих родных и близких, пожалуйста, становитесь нашими партнерами. Ссылочка под видео. Пока. Привет из Будапешта.